Интернет-продавцы продолжают обходить сухой закон, поскольку крепкий алкоголь в магазинах после 20 вечера не купить, придумана схема доставки на дом. Для этого необходимо зарегистрироваться в социальной сети «Друг вокруг» и приобрести там все, что угодно, от пива до элитного коньяка. Цены, конечно, дороже, чем в магазинах, зато доставка абсолютно бесплатная и прямо до подъезда. При этом неважно, когда сделан заказ, днем или ночью, привезут в любое время суток. Одного из таких виртуальных продавцов полицейские пресекли с поличным. Мужчина выполнял заказ и абсолютно не подозревал о том, что за ним наблюдают. В указанное время и место торговец подъехал на личном автомобиле, чтобы продать клиентам две бутылки водки и одно шампанское, но сделка так и не состоялась. Мужчина не имел права на осуществление деятельности по розничной продаже алкогольной продукции, а также он уже неоднократно привлекался к административной ответственности за данные правонарушения. В ходе осмотра автомобиля сотрудниками полиции было изъято 52 литра алкогольной продукции. В отношении нарушителя, который в очередной раз незаконно продавал алкоголь через интернет, составлены административные протоколы. Скорее всего, мужчина заплатит небольшой штраф и снова начнет рекламировать в социальной сети услуги своего нелегального бизнеса.